Всем привет, с вами Магнита, и сегодня у нас Робокс и режим под названием Bail to Survive. А уже начался раунд, что ж, давайте будем выживать от этих каких-то красных челиков. Ой, это что у нас тут строится, я понятия не имею. Ну, осталось 15 секунд. Уйдите от меня! Почему вы именно на меня напали? Почему вы вас так много? Ну что ж, что это такое? Как вообще это строится? Ну ладно, давайте это все разрушим. Боб-строитель! Все построим, Боб-строитель, без проблем. Скуп, Мак и Дизи, а также Роли, Лофти и Венди всегда помогут. Вместе командой работать быстрей, вместе с друзьями всегда веселей. Что ж, мы построили этот дом. Вот так как-то у нас он выглядит. Я думаю, что давайте мы поставим этот диван вот сюда. Вот. Да ну, камон, на нем нельзя сидеть. Ну ладно, давайте поставим еще кровать. Ну, естественно, на ней тоже лежать нельзя. Да. Ну что ж, вот так как-то у нас выглядит это все. Привет, чувак. Что ж, заходи быстрее, а то тут уже напали на нас чуваки какие-то. Это у нас чуваки с ленивцами в шапочке. В цилиндре. Ну, хорошо. Что ж. Короче, тут чувак базарил 4 минуты на испанском. Я ничего не понял. Ну, думаю, что вам было бы это неинтересно. А тут на нас уже напали какие-то зимние чуваки. Что ж, так. У нас какая-то тут шапочка. И это у нас, скажись, аватар-эдитор. Давайте снимем с себя все шапки. Да. Наденем вот такие вот волосики. Прикольно выглядит. Что ж, а тут у нас еще есть вот. Вот, давайте наденем вот такие вот наушнички. Прикольно выглядит. И вот такие вот очки. Не знаю. Ну и вот, получается как-то так у нас. И вот такое вот лицо. Что ж, этот испанец сказал «You happened, my friend». Вижу, он не очень разбирается в английском, ну ладно. Видимо, он сказал, что добавь меня в друзья. Окей. И он мой новый друг. Что ж, вот мы теперь с ним друзья. Давайте устроим по этому поводу тусу. Что ж, вот так как-то у нас получилось. You underestimate my power. Don't try it. Сейвис испанул. Что бы это могло значить? Не знаю. Ну ладно, что ж. Через 30 секунд у нас начинается раунд. Давайте ему напишем окей. Ой, не так написал. Вот, все, давайте ему отправим.
Я не знаю, что он сказал. Ну ладно. Что ж, вот через 5 секунд у нас начнется новый раунд. Давайте же поставим вот такой вот столик. И опять эти чуваки с ленивцами. Что ж, у нас вот такой вот столик. Ну и давайте к нему поставим еще вот такой вот стул. Этот стул девать некуда, но давайте вот так вот мы будем жить. Что ж, эти чуваки толпятся. Ну, выглядит максимально тупо. Ну, ладно, давайте заканчивать. С вами был Магнето. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И все такое. Увидимся в следующем видосе. Адьос.